Всем привет! И вы попали на мой канал. И в этом видео я вам покажу скины за 80 робаксов. Да-да. Недорогие скины, но зато красивые. Но перед началом этого видео я вас попрошу поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем желаю приятного просмотра. Погнали! Первое, это вы выбираете лицо, а лицо у нас будет стоить где-то, ну там 12 робуксов, в принципе нормально, да, кто знает, ну, скин за 80 робаксов, нормально. Так, сейчас я найду это лицо, если я его вообще найду. Так, 12 робуксов, да, я его найти не могу, вот этот прикол. Вот такое вот лицо выбираете, да, вот такое вот лицо. И сейчас я покажу волосы за 50 робуксов. Вот такие вот волосы выбираете. Нормально, нормально. Теперь одежда. Одежда будет у нас где-то, я уже не знаю, на какой странице это все было. Подождите. Надо искать, в принципе, да. Ищем, значит. Берете вот это. В принципе, все у нас идет окей, все хорошо. И, в принципе, ищем дальше. Ну, и вот это выбираете. Вот такой вот скин получился. В принципе, достаточно красивый вот такой вот. В принципе, нормально. С анимацией будет еще круче, но можно и без анимации. В принципе, логично. Получился нормально, да? Мне лично, смотрите, мне лично понравился скин. Нормально. Ну и второй скин, он, в принципе, легкий, простой. Выбираете вот такие вот волосы, потом лицо выбираете. Ну, поскольку нам не хватит робуксов на лицо, возьмем вот такое бесплатное лицо. И теперь одежда. И выбирайте вот это. Просто идеальное сочетание, посмотрите. Просто посмотрите. Мне кажется, вообще топчик. Посмотрите, реально красивый. Посмотрите, какой скин. Тем более недорогой вообще. Все это где-то выходит 80 робуксов. Все верно, волосы у нас стоят 65 вроде. Нет, эти волосы стоят 75 робуксов, плюс одежда, которая стоит 5 робуксов. И итог 80 робаксов. Переходим к третьему скину. Выбирайте вот такое вот лицо за 20 робаксов, потом волосы. Выбирайте, они стоят 50 робаксов, как бы, ну, в принципе, недорого. Так, а где они? А, вот они. Вот такие вот волосы. Потом одежда. Выбирайте вот такую вот одежду. В принципе, выходит 75 робаксов. И вот такой вот скин у нас получился. Посмотрите, какой прикольный. В принципе, даже и недорогой. Посмотрите. Прикольный скин, посмотрите. О май гад! Вау! Ладно, этот скин у нас выходит на 75 робуксов. Волосы стоят 50 робуксов, лицо 20, и вот эта одежда 5. И вот так вот выглядит скин без анимации. Вот такой вот скин прикольный. То же самое с анимацией или без, тоже прикольно. Итак, четвертый скин это у нас будет вот за такие волосы. И вот за... как бы где... ну сейчас... в принципе, лицо какое нужно взять? Как вы думаете? Какое можно взять? Мне кажется... в принципе... мне не кажется. Вот такое вот лицо, тоже за 25 робуксов, как бы вот так вот. 50 робуксов это выходит.
теперь одежда у нас тут, в принципе, тоже недорогая, можно выбрать. Выбирайте вот это. И у нас выходит вот так как-то это все. Теперь еще смотрим. Тут, в принципе, недорогой скин у нас выходит. И вот это выбирайте. И получается у нас вот такой вот скин. И у нас еще остается 20 робаксов. Ну, в принципе, можно купить какой-нибудь аксессуар. Там, я не знаю, если хватит. Вот такой вот скин у нас получился. Тоже красивый, но зато за 80 робоксов. И зато красивый. Так, я вам его сейчас покажу. Не, мне кажется, вообще топ. Ну все, вот такой вот крутой скин. Без анимации. Следующий скин, это выбирайте вот такие вот волосы. Они, в принципе, 50 робоксов стоят. И похожий скин выбирайте вот такое тоже лицо. И выбирайте вот это. И, в принципе, вот такой вот крутой скин получился. Он, в принципе, ну, в принципе, в смысле, ну, эти волосы 50 стоят, лицо тоже 20. Ну, и одежда где-то 75 выходит, это все. Да, все, 75 робоксов выходит. Ну, это был последний скин на сегодня, такой вот бесплатный. Вот так вот, пишите, какие скины еще сделать и за сколько робоксов сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики, и также стримы про Adopt Me и другие игры в Роблоксе. Ждите мои новые видосики, всем пока-пока!